Алена Вицба – один из лучших учеников Адлерской теннисной академии. В свои 13 лет теннисист получил звание чемпиона мира и дважды стал победителем Кубка Европы. В этом турнире Ален не участвовал уже 2 года. Здесь достойные соперники, с кем можно побороться. Но я считаю, что это хороший турнир очень для тех, для участников этой академии и для участников Сочи, кто тренируется. В соревнованиях принимают участие теннисисты в 2 возрастных категориях – от 18 и 14 лет и младше. В этом году турнир памяти заслуженного тренера Юрия Юткина впервые оценен как состязание высшей категории в российском теннисном туре. Здесь можно набрать большое количество рейтинговых очков. День проходит по 3 матча. Сегодня были разыграны 2-й и 3-й круги. Многие ребята, которые здесь играют, входят по своему возрасту в 10-ку сильнейших теннисистов России. Если выиграть категорию 18 лет и моложе, то сразу 700 рейтинговых очков. Это очень прилично. Ну, плюс возможность, это и почетное звание, быть победителем федерального округа. Турнир продлится до 9 августа. Победители, которые будут определены по его итогам, имеют отличную возможность войти в 8-ку сильнейших участников и, набрав рейтинг порядка 2500 очков, попасть на итоговое состязание – Кубок российского теннисного тура. Он проводится в конце каждого года в Москве. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.